И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрий Розум. Сегодня будем продолжать играть в игру по названием The Butcher X. Сегодня мы будем обозревать дополнение от киберхакера. Вот. Давайте же мы будем начинать смотреть, что это за дополнение. Частенько у меня на канале было разненьких дополнений, особенно от киберхакера. Он вообще молодец. Так, и давайте будем смотреть, что тут у нас доступно. Ну и, конечно же, здесь у нас доступно бессмертие, ноуклип, игровое время, телепорт, настройки игрока, настройки мясника, настройки фугу и еще какая-то хрень. Ну что, мы сейчас будем заканчивать обозревать саму вкладку ноуклип. Переходим к самой игре. И сейчас уже будем смотреть. Так, я что-то вообще какую-то дичь начал городить. Ну ладно. Хоть я и сказал какую-то дичь. Ну ладненько. Так, включаем мы, значит, с вами бессмертие и ноуклип. Мне очень интересно, где нас выжидает мясник. Так, а что я как-то двигаюсь не так? Как-то я двигаюсь задом наперед. О, пошла жара. Сейчас мы посмотрим, где нас ждет мясник. О. Смотри, куда мы проникли. Нормуль вообще. А где мясник? А где мясник, мой дорогой? Так, крыс тут у нас ожидает постоянно под дверьми. Интересно, где сейчас находится мясник? Наш главный друг, наш главный гость. О, смотри. Он тут, оказывается, бегает. Интересно. Он типа, у него какая-то траектория непонятливая. Так. Смотри-ка. Туда-сюда. Туда-сюда. Ну-ка, если я отключу ноуклип. На меня он агриться будет. Привет, мясник. Чё ты такой злой? Так, тихо, дай мне пройти. Тут у нас открывается. Так, ты меня сейчас зажмешь. Я что-то слышал. Ты что-то слышал, офигеть. Так. Заклинило. Здесь у нас не работает. То есть он здесь заспавнился себе и все. И найс. Так, ладно. Игровое время. Так. Это он очень быстро становится. Мясо. Так, это он становится... Очень-очень медленный. Очень-очень медленный. Прям слоумо. Так, а сейчас мы включим на единичку. Это наше обычное время, да? А на двоечку? Он прям очень шустрый, очень толкаться любит. Так, а так-то у нас идет вот так. Так, ладно, ставим мы на единичку пока что. На единичку. Ну, ты чё, мясник? Такой вот мясничок, мясничок. Ладно, игровое время мы отключаем. Телепорт меню. Так, спавн. Первый символ, давай к первому. Телепорт. Опа. Первый символ берем, захватываем. Так, дальше телепорт. Так. Первый выход. Второй символ. Давайте второй. Вот сейчас ко всем этим символам. Их сейчас всех заберем. Даже так попробуем пройти. Слушай. Так. А если мы, например... Так. Третий символ нам нужен. Третий. А где третий? Не понял я. О, есть. Телепорт. Третий символ. Офигеть. Так, закрываем. И здесь у нас должен быть где-то третий символ. Вот он. Дальше. Телепорт. Так, четвертый символ. Телепортируемся. Офигеть. Фу, ну здесь мух, конечно. Слушайте, тут какие-то вообще новые локации для меня. Абсолютно непонятные. Так. Ладненько. Сейчас включим ноуклип. Так.
Ну, я вам честно скажу, ребят, что, конечно же, это у нас идет немножечко спойлер для меня, но я вам скажу, что я прошел уже с этим, с дополнением киберхакера, я уже прошел. Поэтому такие вот дела, такие вот делишки. Так, ноуклип мы отключаем. И телепорт. Давайте сейчас. Второй этаж, тут можно. Молоток, рука ванная. Второй символ. А где последний символ? Четвертый. Капкан. Давайте капкан тогда. Телепорт. Во. Так, мы где-то тут заспавнились прям. А что, не спавнится никаких символов тебе? Абсолютно. Так, понял я. Вот тут монахиня, небольшой спойлер. Так. И уже прохождение будет у меня на канале уже полноценное. Так, ладно, телепорт мы уже посмотрели. Это, конечно, круто. Дальше давайте настройки игрока. Размер. Пук, 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 пук. Так, пук, 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 пук. Давайте на единичку. Погодите, сейчас мы включим ноуклип. Так, закрыть. Тп вниз, так назад. Включим ноуклип. Так. Отключить, мы падаем. Уже здесь можно себе увеличиваться как хочешь. Так, настройки игрока. Увеличиваем себя. Пук, 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 пук. Насколько мы прям вместимся вот в потолок. О. Это уже... О. Смотрите. Это я прям уже огромный. Это прям я уже в потолок достаю своим этим самым ростом. Так. Давайте тогда себе немножечко уменьшим. Тюк-тюк-тюк-тюк. На троечку хотя бы. На троечку. И на тройке мы даже выйти не можем. Прикиньте. А на двойке? На двойке тоже. Тут как будто мы в заперти какой-то. А на единичка с половиной. О, нормас. Так, давайте тогда тут увеличим себя. Тюк-тюк-тюк. Так. Ну вот так вот. Ну вот так вот как-то мы... Двигаемся, правда, очень медленно. Давайте себе еще и скорость повышим. Мы же все-таки быстренький такой должен быть великан. Не так. Это что такое? Так, непонятно. Ага. Какие-то чули эффекты или что? Офигеть. Что это такое? Вообще как-то багует. О, все нормально. Так, ТП вверх. ТП вверх. Вверх. ТПшка. ТП вниз. О, я провалился под карту. Вверх, 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 вверх. Ну ладно. ТП к мяснику. О. Где наш мясник? Ладненько, давайте себя сейчас уменьшим. Чё ты там говоришь, малявка? Привет. Ну вообще какой-то малыш, слушай, прям вообще жесть. Ладненько, это мы себе отключаем настройки игрока или чё? О, он меня сам выкинул. Ладно. А еще раз, давайте ТП к мяснику. Вверх-вверх-вверх. Ой. Давайте ТП к мяснику. Все. Мяснику. Ладно, настроим себе нормальный вид. И ТП к мяснику. Все. Изи. Наш мясник забаговал, кстати. Ладно, давайте теперь настройки мясника. Можно его размерчик менять. Ну и, в принципе, все. Опа. Большой мясник. Очень большой мясник. О, давайте его увеличим, насколько это возможно. Смотри, какие у него огромные ноги. Прям какой-то тролль.
Тролль. Прямо на центр. Так. Сейчас мы тпшнемся еще. Ой, это YouTube я перекинулся. Не надо нам. Нам это не нужно. Нам это не нужно. Так, 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 так. Мы двигаемся дальше. Мы двигаемся. Телепорт меню. И к выходу давайте. Выход, выход. Где же ты? Так, сюда. И телепорт. Все, телепорт сюда сейчас еще будет мясника. Так. Настройки мясника. ТП к себе. Офигеть. Давайте его немножечко уменьшим, что ли. ТП к себе. Как-то так не получается его ТП. Ну, слушай. Какой-то вообще бешеный. Он почему-то сюда только ТП-шится. Наверное, потому что у нас не разблокирована глава. Когда сейчас разблокируем главы, тогда у нас может что-то и получится. Так, раз, два, три. Смотри. О, сразу нам три главы. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Ну, теперь мы можем уже полноценно ТП к себе. Или нет? Нет, он все равно не ТП-шкается. Не ТП-хается он нормально, к сожалению. Ну, что поделаешь. Так. А если я, например... О. Уменьшу его. Давайте хотя бы на единичку. ТП к себе. Вот. ТП к себе. ТП. Давайте его на центр, что ли. Чтобы он от нас не ушел. Нам его нужно здесь тпшнуть. О, сделать огромным. Огромнейший. Так. Сейчас мы сделаем ноуклип. Сожру твою плоть. Ничего себе. Так. И что? Офигеть. Смотри, какой большой. Смотри, какой большой мясник. Смотри, какой большой мясник бегает у нас. Офигеть. Быстро поворачиваемся. Просто это жесть. Его даже еще могу побольше сделать. Наверное, даже еще больше. Еще, прям к потолку. Ты посмотри, какой он огромный. Если я его уменьшу, прям как милипиську. Ну-ка. Где-то наш мясник маленький такой. Ну, это его обычный размер. О, привет. Карапуз. Еще уменьшим. Теперь у него размер даже 0. Так, ТП к себе. А на нуле? Вообще его не видно. Понятно. А, ну мы его еще можем клонировать, кстати. Вот таких вот маленьких понаделывать. Ну и закрываем это пока что. Ну что, вот такой вот у нас был обзорчик на ноуклипа. Точнее, не ноуклипа, а на такой вот мод от киберхакера. На этом все. С вами был я, Дмитрозы. Мы сегодня играли в игру по названием The Butcher X. Всем удачи, всем пока-пока.